Три бургера! Оставлять нельзя! У каждого из вас три черных бургера. Есть бутылочка воды. Можно запивать, пожалуйста. Но! Есть бургер можно только одной рукой. Должны съесть полностью и показать мне и всем язык. То есть... Три, два, один. Начали! Обычно на чемпионатах по съеданию бургеров, когда выставлено три бургера, говорят, на это отходят примерно 2 минуты. То есть можно уложиться. Так. Девушка ACDC, даже активно. Не-не-не, я не спешу ни в коем случае. Что, папа сбился? Виктор, мы на вас сделали такую ставку. Антон взялся за третий! Так вот, тот случай, когда Милашин парит насморк, съел, по-моему, 25 пирожных. А потом мама ему принесла еще коробку таких же пирожных. Судя по всему, мы выходим теперь на последнюю минуту, может быть, даже меньше осталось. Вспомните, как в детстве бабушки говорили: «А за маму!» Итак, практически сейчас у нас будет такой фотофиниш, я думаю, Антон растягивает удовольствие. Что ты с ним там откусаю? Ну и, естественно, нужно показать язык всем. Да! Стоп! 14 минут 42,5 секунды. Теперь... Антон оставал, я бы сказал, побольше. Просто люблю поесть, поэтому большие порции — это мое. После второго было тяжело. Пару раз были эти идеи, но не на сцене же. Это действительно много, это тяжело. В принципе, никто кроме меня, в общем-то, и не съел больше трех, так что... Я думаю, я чемпион.